не нужна абсолютно, а полиция, потому что это не обуздать. Это не обуздать. Это огромное, а с ветряными мельницами нужно воевать с этим на начальном этапе, в школе. В школе, а в институтах, в семьях, вот тут нужно воевать. А когда это уже идет бесполезно и не нужно это, пусть все идет вот своим руслом, потому что тысячи веков никто не смог это одолеть. Не нам и не нужно изобретать ничего нового, нужно интеллигентно, умно, настойчиво нужно образовывать в школе детей. Детям надо рассказывать. Они вырастут лучшими в мире людьми.